Так, что тут у нас? Все нарезать на овощерезке Бернера. Обжарить, используя масло злато, которое на чудеса богато. Замакаронить. Кипяточком залить, безоткидным способом приготовить. Что вы хотите? До зарплаты немножечко повегетарианствовать придется, но осталось чуть-чуть, да? Слазь. Ну что, весело под музыку нарезали вот это дело, да? Осталось все это дело сейчас обжарить как следует, потом томатов добавить и вот это вот. Безоткидным способом, ла-ла-ла-ла-ла, да? Опа! Ну запах просто офигенский, обалденный. Итак, резко нарезанные томаты тоже туда внедрил. Сейчас осталось только все это немножечко подвыпарить. И макарошками. Dance in the glasses, we will dance. Ой. Макароны легли сверху. Осталось залить кипяточком, закрыть крышечкой. А, надо еще добиться ровного монослоя. Монослой. Ровного. Через 5 минут будет готов зычный вегетарианский дозарплатный ужин. Я даже посуду успел помыть. Сарын на кычку, друзья мои, подружай, все это полный зычный шашлык. 5 минут. Готово. Чутка пригорела, ну нормально, сойдет. Быстро, вкусно, доступно, да?